столица Забайкальского края получит 945 миллиардов рублей на реализацию мероприятий в рамках мастер-плана, который рассчитан до 35 года. Об этом в ходе заседания в читинской администрации сообщила сити-менеджер Читы Инна Щеглова. Сама реализация 945 миллиардов – это средства из федерального источника инвестиций бюджета города, сказала Щеглова. С ее слов, уже приняты решения по реализации некоторых мероприятий на сумму больше 9 миллиардов рублей, которые будут потрачены на газификацию, на проектно-сметную документацию под объекты, которые планируют строить в Чите, сказала Щеглова.